Всем привет! На этой неделе пришел каталог из компании Bonprix. Сейчас мы с вами его откроем и посмотрим. Скорее всего, там уже новые месяцы и какие-то зимние коллекции нам представляет компания, соответственно. Итак, что же здесь есть? Да. Ну, смотрите, здесь на 2 месяца модные тенденции октябрь-ноябрь. Мы сейчас с вами посмотрим и, соответственно, что здесь есть еще. Код акции вашей первой, для вашей первой подруги, точнее, для первого заказа вашей подруги. Но это кому интересно, может ознакомиться с правилами. Также они есть на самом сайте. Кстати говоря, кто не знал о кэшбэки сервис Smart Sale, ссылочка под этим видео будет, посмотрите, там можно, соответственно, заказать, если вас заинтересует в компании Bonprix, и, соответственно, вернуть себе часть денег, то есть кэшбэк получить. Итак, давайте посмотрим. Сейчас вот так камеру поставлю, чтобы можно было рассмотреть поближе. Итак, что же представляет нам компания Bonprix в сезоне на 2 месяца, да, это октябрь и ноябрь. Стеганая куртка с блестящим принтом. Ну, в принципе, неплохо. Наверняка она достаточно легкая, судя по фото. Так, ну я акцентировать особо внимание не буду на каждой модели. Просто вот так вот посмотрим с вами. Может быть, кто-то что-то увидит. Вот. Кстати говоря, вот эта курточка в нескольких цветах. Очень интересный такой бордовый цвет, но он, конечно, больше такой вишневый. Яркий, очень яркий цвет. Удлиненный жакет. Кстати, неплохая моделька. Мне такие вещи нравятся, такие классические, элегантные. Здесь еще есть в темно-синем цвете и в черном удлиненный жакет. Давайте посмотрим, из чего он сделан. Он сделан 64% полиэстер, 33% вискоза и 3% эластан. Ну, в принципе, наверное, неплохой жакет. Но сейчас у нас уже выпал снег. Конечно, такое уже не оденешь. Вот. Поэтому это скорее уже на какую-то теплую осень европейскую, наверное, рассчитано, но явно не на нашу. Так, очень интересная такая вот парка. Тут тоже несколько цветов. Свитер, кстати, сейчас такие очень модные. С высоким горлышком. Так, рубашечки здесь у нас с вами. В этом сезоне, кстати, очень популярный цвет изумрудный. В прошлом сезоне он тоже был популярным. Вот вообще, кстати, в моде зеленый цвет и темно-зеленый набирает обороты. Сейчас очень много и аксессуаров. Это и шапочки, это и сумки, это и обувь, хочу заметить. Очень популярно стало темно-зеленых оттенков. Поэтому это, конечно, радует, потому что темно-зеленый, он такой же цвет хамелеон, и на свету он играет разными оттенками. То есть это и темно-синий, да, и при каком-то освещении это черный цвет, очень даже выгодный, поэтому очень популярный. Ну, у нас тут с вами платье с пайетками есть, для кого интересно. И шубка из искусственного меха.
такие вот классические вещи, блузка, жакет. Очень популярны также в этом сезоне расклешенные рукава. И у меня есть блузка такая тоже, кстати, из Bonprix. Она белая, ну, такая вот, собственно, наверное, чуть ниже, чем талия. И тоже расклешенные рукава. Очень популярные, в общем-то, в этом. И, в принципе, наверное, в конце прошлого года были. Так что сейчас в основном делают такие пальто и блузки, кардиганы. То есть, в общем-то, очень-очень популярны. Ну, вот тут есть куртка. Кстати, тоже неплохая. Давайте посмотрим, из чего она сделана. Шестое, значит, куртка 3790 рублей из искусственной кожи. Вот, то есть, вот этот верх искусственная кожа. Отложной ворот и манжеты рукавов украшены мягким искусственным мехом. Застежка на 3 пуговицы, мягкая внутренняя сторона. Верх 100% полиэстер. Воротник 100% полиэстер, пояс 80% акрил и 20% полиэстер. Ну, понятно, что из искусственной кожи, но она достаточно легкая, конечно, курточка, но неплохая такая, очень интересный вариант. Тоже неплохой. Вот тоже удлиненный жилет, он, по-моему, без капюшона идет. Я свой жилет отдала уже, который у меня был тоже из компании Bonprix, но он потерял цвет. Ему, правда, конечно, уже было очень много лет, года 3 или 4, если не больше. Я его отдала в церковь недавно, поэтому показать уже не могу, к сожалению. Но если найду фото, а фото у меня есть, я вам обязательно продемонстрирую. Очень неплохое, кстати, пальто. Здесь указано это как куртка. Я даже присматривалась на сайте, выбирая между плащом, да, темно-синим, который у меня есть из этой компании, и между данной курткой. Но все-таки я выбрала плащ, потому что он полегче. Данная куртка из чего состоит? Значит, верх 88% полиэстер, 10% вискозы и 2% эластан. Но, на мой взгляд, просто мне показалось, что она немножко плотнее, естественно, чем плащ. Но неплохой вариант такой, тоже классический, элегантный, он под брюки классический и не под классику тоже подойдет. Очень интересный вариант, кто любит такие вещи, такого плана, я думаю, если вы возьмете, вы не пожалеете. Вот. Тут у нас тоже в стиле кантри компания радует вариантами. И вот, соответственно, флисовый кейп. Очень интересный такой вариант. Я люблю такие объемные вещи. Значит, флисовый кейп с модным свободным воротом и 2 втачными карманами с пайетками. Машинная стирка, 100% полиэстер. Конечно, красиво. Ничего не скажешь. Так, что же еще у нас здесь с вами есть? Пиджачки. Ну вот тоже, кстати, пальто такое классическое из искусственной шерсти. Тоже неплохой вариант. Вообще, в принципе, неплохой. Темно-синий у них есть. Хотя красный цвет, ну, наверное, больше такой коралловый. Кто любит такие вещи, наверняка подойдет. Тут у нас с вами аксессуары, сумки какие-то, еще что-то, часы. Вот я когда-то купила в компании Bonprix, кстати говоря, часы, до сих пор их ношу. Я, наверное, уже про них говорила. Они известной марки, но не популярны, естественно, в России, это за рубежом в основном. Действительно, есть такая марка одежды. Вот, не знаю, оригинал это или не оригинал, но в любом случае до сих пор они живы у меня и радуют меня каждый день. Так, ну и что же мы с вами здесь видим? Все в зеленых оттенках.
точнее в мятных оттенках. Тут и свитера какие-то, вязаные пуловеры. И какая-то очень интересная блузка. Не могу понять, то ли... А, ну это просто такой дизайн, видите, типа как помятая. Очень классно, я люблю такие вещи. Вот. Вот, посмотрим, что же здесь дальше. Дальше у нас здесь с вами брючки. И пончо, кстати, тоже есть. Но пончо, смотрите, как интересно. То есть здесь получается, рукава вшиты как бы в этот пончо. То есть обычно как пончо по локоть прикрывает, а здесь прям очень удобно, смотрите, как такая вот... Все закрыто. Очень интересный вариант. Ну, если бы была бы другая расцветка, я бы, наверное, взяла бы. Давайте посмотрим, из чего он сделан. 50% полиакрил, 50% хлопок. Ну, кстати говоря, неплохой вариант. Так, что же у нас здесь есть? Еще курточки. Ну, тоже пастельные оттенки. Очень интересные ботиночки. Сейчас посмотрю, есть они здесь или нет. Нет, они здесь не указаны. Но посмотрите, мне очень нравится. Хотелось бы посмотреть, что это такое. Если бы они были из натуральной кожи, это было бы еще круто. Я бы, наверное, себе приобрела бы такой стиль. Это вообще очень-очень-очень-очень крутой стиль. А если вы еще умеете сочетать элементы одежды, да, то есть, может, там что-то не подходит, но если вы это очень умело, аккуратно сочетаете, то будет смотреться вообще шикарно. Так, давайте посмотрим, что же здесь еще. Пальто в дизайне подшерстяное. Давайте тоже посмотрим, из чего оно сделано. 55% полиэстер, 22% полиакрил, 20% хлопок и 3% вискозы. Кстати, очень симпатичная пальтишка, присмотритесь. На сайте, на самом деле, выбор еще больше. Просто видите, в каталоге здесь размещает, как я уже и ранее говорила, компания Bonprix подбирает для вас конкретно образ полностью. То есть это и верх, и низ. Так, ну что же мы здесь с вами видим? Тоже пальто из искусственной шерсти. Ну, посмотрите, это вообще очень красивый стиль. Мне прямо очень нравится вообще. Здесь у нас с вами 85% полиэстер и 10% вискозы, 5% шерсти. Очень красивое вообще. Такое милое-милое, знаете, такой цвет небесный. Ну, не то чтобы небесный, а такой вот голубоватый. Итак, продолжаем с вами смотреть, что же нам компания Bonprix предлагает. И да, все-таки, да, наконец-то компания показывает нам новогоднюю коллекцию. Пуловер с круглым вырезом. В прошлом году как раз-таки это свитерки, пуловерчики, точнее, из прошлогодней коллекции. У меня есть в наличии вот такой вот очумительный свитерок. Я вам его обязательно покажу в конце этого видео. Пуловер с круглым вырезом. Видите, здесь у нас с вами олень, который машет нам ручкой, приветствует. Вот именно такого цвета у меня есть данный пуловер. На самом деле, я хотела в прошлом году вот такого вот кремового цвета. Но его, к сожалению, моего размера... Нет, простите, не то чтобы моего размера, там его вообще не было, никакого размера, потому что все раскупили. Он очень красивый, и я себе взяла вот такой вот. Честно скажу, я не пожалела, он смотрится идеально. В нем не очень жарко, я его, кстати, уже одевала, поэтому, в общем-то... Ну, если вы сидите, конечно, в душном помещении, немножко душновато становится, но, в принципе... не жарко. Из чего он состоит? 50% акрил, 50% хлопок. На ощупь он достаточно приятный к телу, не колется. Там, знаете, как бывают эти полиакриловые вещи, да, которые там как синтетика. Нет, он очень приятный к телу и вообще мне очень нравится. Почему я не приобрела с медведем, хотя, в принципе, тоже неплохой вариант. Ну, как-то не очень вот этот мишка мне понравился. Не знаю, может быть, просто как-то вот он слишком огромный.
Мне, конечно, вон больше понравился вот этот свитерок. Ну, смотрите, также здесь предлагается футболка. Она, скорее всего, сделана из хлопка. Да, 100% хлопок. Вот. И есть такой вот тоже полуверчик с оленями беленький. Но мне такая расцветка не совсем подойдет. Поэтому даже если бы мне хотелось его приобрести, я бы его не приобрела. Конечно, если будет в наличии вот такой вот цвет моего размера, я обязательно его приобрету. Конечно, очень мне нравится, прям безумно. Очень хорошая вещь. Так, что здесь с вами видим? Мы с вами видим здесь коллекцию BPC Bonprix Collection. Здесь моя курточка. Что же здесь есть еще? Здесь у нас футболка Stretch. Ну, такое больше летнее-осеннее. Так, пошли у нас с вами курточки. Ну вот, кстати, неплохой такой дизайна полуверчик под номером 4. Это у нас с вами 100% полиакрил. Ну, неплохой такой вариант тоже. Джон Баннер у нас здесь с вами коллекция. Очень интересная джинсовая рубашка, кстати говоря. Поближе покажу. 100% хлопок. Очень классная. Очень интересный такой вариант. Люблю вообще такие вещи такого плана, такого стиля. Так, что у нас тут с вами еще? Джинсики. Ну, у нас тут с вами джинсы, брюки, куртки серии Джон Баннер. Курточки у них тоже интересные, такие по стилю, на любой вкус. Очень интересно, что здесь в каталоге они, видите, пишут, что, например, функциональная куртка с капюшоном, да, и зимняя куртка плюс. То есть здесь компания стала указывать, вот, например, всепогодная куртка, да, водоотталкивающий материал. То есть это очень полезные функции, да, ну, которые компания здесь указывает. Наверняка на сайте это тоже указано. Видите, тоже здесь есть такая курточка. Вот. Поэтому в этом плане, конечно, компания молодец. У меня в наличии, я, может быть, вам покажу как-нибудь зимнюю куртку, как она выглядит. Она из такого вот материала, тоже такой дизайн, розовая застежка, зеленые карманы, вставка. Я уже не помню, когда ее покупала, но ей тоже, наверное, года 3, если не 4. До сих пор, в общем-то, она у меня в использовании. И очень даже неплохая. Блузки здесь, смотрите, очень интересные. Новые образы коллекции Rainbow. Можно тоже посмотреть. Очень интересный вот этот вот свитерок, мне нравится. А, смотрите, пуловер плюс шарф снуд из двух изделий. Ну, просто интересно, посмотрите, какая расцветка. Давайте посмотрим, из чего сделано. Значит, 48% хлопок, 31% полиакрил, 18% нейлон, 3% эластан.
очень интересный такой вариантик. А, ну вот, собственно, вот они в двух расцветках, можно посмотреть. Брюки стретч очень тоже интересные. Давайте посмотрим, из чего они сделаны. Они сделаны 97% хлопок, 3% эластана. Так, у меня начинает садиться батарейка. Надеюсь, что мы с вами успеем пролистать этот каталог до конца. Если вдруг батарейка сядет, обязательно ставлю видео все равно с его пуловера. Я обязательно вам его покажу. Вот тоже очень красивое платье. Очень прям вообще. Очень-очень-очень. Ну и вот это тоже неплохое, кстати. Вязаный кардиган. Очень хороший вариант. Такой осенний, для осени, ну и зимы тоже, почему нет. Так, очень классный вот этот пуловер в стиле оверсайз с асимметричным низом. Прям, я не знаю, класс, класс, класс. 65% вискоза, 35% полиэстер. Очень классный. Но надо посмотреть, как он смотрится на фото, потому что вискоза... Ну, то есть я представляю, как он выглядит на ощупь, да, то есть надо посмотреть. Ну, вообще неплохой такой. Вот, кстати, очень многие любят такой вот удлиненный пуловер. Сейчас тоже очень стильный. 50% полиакрил, 50% вискоза. Можно и как платье вообще вносить, в принципе. Так, у нас тут рубашка с бабочками. Так, надеюсь, что я успею показать. Давайте по-быстренькому. Тут варианты платьев. Так, обувь. Останавливаться не будем. В компании Bonprix есть обувь как из искусственной кожи, так и, соответственно, из натуральной. Вот. Полный ассортимент у них, конечно, указан на сайте. Можете ознакомиться. Нижнее белье, небольшой ассортимент, который здесь представлен. Так, следующее это у нас с вами ночное белье для сна и для дома. Так, ну тут таблица размеров и супер цены. И на последней страничке вот такой вот пуловер-водолазка с жаккардовым узором. Так, ну что же, я обещала вам показать пуловеры, и оставайтесь со мной, я сейчас его вам покажу. Так, как я вам обещала, показываю свой пуловер такого вот темно-зеленого цвета с оленем. Здесь действительно есть белые проблески, это не отсвечивает, они действительно... Ну, они, в принципе, видны, да, со стороны зрителя, но это никак не мешает. То есть, в принципе, абсолютно нормально. Здесь вот такая вот горловина. Это размер, кстати, ну, самый маленький, это XS. Вот. И, соответственно, вот такого вот плана. Я думаю, что сейчас камера идеально передает текстуру и плотность данного свитшота, пуловера. Я хочу сразу сказать, что он не стрейчевый. То есть, если кто-то думал, что он тянется, нет, он не тянется. То есть, он свободного такого вот
облегающего кроя. Вот так вот он выглядит. Ну, сейчас я вам покажу. То есть вот такой вот очень прикольный, на мой взгляд, дизайн, рисунок. Мне он очень нравится, этот свитерок, он очень реально классный. Вот, низ, соответственно, здесь вот такого плана. То есть это не стрейч, это просто вот облегающий. Вот вы, например, положили руку, да, вот ткань легла, все. То есть она просто облегает, то есть она не тянется. Ну и, соответственно, внутренняя сторона вот из такого вот материала. И давайте посмотрим, что же здесь у нас с вами просвечивает, да, что там такое. Там на самом деле вот такая вот вышивка. Именно вот эти вот белые квадратики дают свечение с другой стороны. Но все достаточно качественно пошито, то есть у меня вообще никаких претензий к этому пуловеру нет. То есть мне очень нравится цвет, вот сколько я его носила в прошлом сезоне, вообще цвет не потерял свои свойства, и вот он сейчас ровно выглядит так, как он ко мне пришел. Видите, здесь тоже просвечивают и белый, и красный, но это сама вышивка, с другой стороны. Так что вот так вот, вот такой вот пуловерчик у меня от компании Bonprix. Если в этом году будет цвет кремовый, вот с таким вот олененком, я обязательно себе его тоже приобрету, потому что мне он очень нравится. Ну что ж, всем отличных выходных, пока-пока!